В послании Госсобранию глава Мордовии Владимир Волков отметил, что необходимо улучшать качество питьевой воды. Этим активно занимаются в поселке Еваса Зубополянского района. Там внедряют энергосберегающие технологии, совершенствуется очистка воды, реконструируются сети водоснабжения. Тему продолжит Кристина Марценюк и Денис Ноздрюхин. Нина Комарова каждое свое утро начинает со стакана воды. Обычно из-под крана пьет без опасений. В ее доме нет фильтра или пластиковых бутылок из магазина. Когда готовит пищу, тоже пользуется исключительно ею. Вкус и качество ее устраивают, и не только ее. Все члены большой семьи Комаровых не боятся пить воду из-под крана. Приходят внуки в гости, часто приходят по вечерам, в такие, в среди недели, в выходные. Именно просят водичку с крана. Баба, нам с крану дай водички попить. О том, что от качества воды зависит человеческое здоровье и долголетие, знают в местном водоканале в Евасе. Предприятие добилось значительных результатов по улучшению водоснабжения. Ежегодно снижаются потери воды, ремонтируются километры водопроводных и канализационных сетей, модернизируются производственные объекты, внедряются передовые технологии. На балансе водоканала три водонапорные башни, добыча и подача воды жителям Еваса, прием и очистка стоков – основные функции предприятия. Компания ежегодно за счет собственных средств меняет около 5 километров сетей, принимает и очищает стоки в селах района. У нас качество воды в основном по всем характеристикам соответствует, скажем так, всем заявленным, скажем так, свойствам. Поэтому, как таковое, у нас ни жалоб от, скажем так, населения этого нету. Больше, скажем так, мы занимаемся обслуживанием, заменой. Водоканал обслуживает 7 поселков в районе, более 5000 потребителей. Протяженность водопроводных сетей 114 километров. Только в прошлом году заменили канализационные сети в поселке Ударный и Потьма. Отремонтировали 95 колодцев, заменили 14 глубинных насосов в артезианских скважинах, провели ремонт электрооборудования на очистных сооружениях. Все это, несомненно, сказывается на качестве воды. Задача, скажем так, чтобы все, скажем так, сети водопроводные, канализационные, находились всегда в рабочем состоянии, чтобы не было сбоев в работе, чтобы люди у нас всегда, потребители наши, были с водой и не было никаких проблем у них. Предприятие оснащено всей необходимой техникой, имеет свою производственную базу. Главная задача водоканала – добыча и подача воды, которой обеспечивается более 4000 квартиросъемщиков, 9 учреждений и более 50 организаций предприятий. Это одно из самых социально значимых и успешно развивающихся предприятий Зубополянского района. Водоканал на сегодня в числе лидеров в сфере ЖКХ. Ему удалось сделать, казалось, невозможное. Евас начал регулярно получать питьевую воду отличного качества. Кристина Марценюк, Денис Ноздрюхин. Народные новости, Зубополянский район.